Саламу алейкум рахматуллах. Сегодня у нас ключевая тема. Значит, человек пошел с ключом от Volkswagen. Вот уже ключ. Он заказывал ранее болванку. Мы уже плату сюда перекинули. Вот автомобиль уже открывается, закрывается. И как вы можете наблюдать, лезвие откидывается. Это его ключ без кнопок. Нужно сейчас расточить нам лезвие. То, чем мы будем заниматься. Способом у нас фреза идет, сейчас будем пилить. Вот у нас уже одна сторона нарезана, сейчас это лезвие нужно перевернуть и нарезать также с другой стороны. Далее потом проверим на автомобиле. Итак, вот мы в автомобиле, вот наше нарезанное лезвие, вставляем замок зажигания, включаем зажигание. Так, не видно вам, видно. Так. Автомобиль завелся, все. Если кому что нужно, пожалуйста, подходите.